течение понедельника рабочие подняли на свет скрытые песком деревянные площадки, брошенные недобросовестными арендаторами пляжей. Техника не оставляет щепки на щепке. Строительный мусор будет вывезен. Такая же участь ждет сваренные и забетонированные металлические конструкции. Возможно, на их демонтаж уйдет больше времени и усилий. Тем не менее, их не оставят на побережье. Рабочие также приступили к разбору двух ролетов на Джимите-2 и ролетного ряда на Паралии. Юрий Федорович обозначил нам о том, что не все вывезенные парапеты, оставшиеся после того момента, как работали кафе, не все настилы убраны с территории пляжа. Есть еще несколько объектов, которые просто разбираются. В том числе вот на Паралии есть ролетные ряды, которые на сегодняшний день как раз вот вы видите, что их снимают. На следующий год, согласно новой схеме размещения, мы планируем, чтобы у нас на пляжных территориях находились только лежаки для отдыхающих, зонтики, максимум это навесы, мороженое и напитки в промо-упаковке.